Приветствую всех, меня зовут Азизхан Чаушамбиев, я профессиональный боец ММА. Я больше за ударку, как мне нравится ударная техника, рубиться, это выглядит красивее, зрелищнее. Боями можно сказать, я живу боями, мне нравится все, тренировки, дисциплина. Азизхан, как бы, он всегда находится в хорошей форме. Слушается дисциплина, все под контролем. Он абсолютно спокоен по жизни, в боях, везде. Благодаря моему отцу мы с братом пришли в мир спорта, а благодаря моему брату я пришел в ММА. Он является для меня все. Как спарринг-партнер, Исхан очень неудобный. С ним неудобно спарринговаться, он выбрасывает удары из разных углов. Соперника я не смотрел, я смотрел только один бой у него, когда он дрался с моим братом. Он хорош, но это очередной бой для меня. Ничего сверхъестественного нет. Об этом бою я могу сказать только одно. То, что я показал по сравнению, то, что покажет Азизхан, будет ничто. Для меня очень важна поддержка моей команды. Она всегда рядом со мной, они всегда мотивируют меня и готовят меня ко всем боям. Я не сомневаюсь в его победе. Он раскатает просто Радомира. Братишка, одним словом, я буду рядом с октагона, а слова я, пожалуй, в ушку тебе скажу потом. Радомир, давай покажем зрелищный бой. Много туда-сюда не прыгай.